You look lonely. I can fix that. Всем привет! Я нахожусь в Шанхае. Я прилетела сюда на модельный контракт. Можете наблюдать, какая я уставшая. Хотя сегодня я не ходила ни на какие кастинги, хотя должна была после прилета. Но так уж получилось, что я никуда не пошла, поскольку занималась такими делами, как покупка новой карты и обмен денег, которые мне, кстати, не обменяли, поскольку сейчас праздники в Китае, и всем, мягко говоря, пофиг на тебя. Долетела я не самым лучшим способом, поскольку пересадка была очень маленькая по времени, я очень торопилась, я буквально бежала, чтобы не опоздать на второй самолет из Пекина в Шанхай. Я боялась, что меня направили не туда, потому что китайцы вообще не говорят по-английски. То есть, чтобы вы понимали серьезность всей проблемы, я спрашиваю, как мне пройти, ну, как бы, казалось бы, обычная фраза, да? Можно было показать вот так, 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 так. Но нет, китайцы выбирают объяснять все на китайском. Но я не опоздала, меня это радует. Конечно, все это может звучать очень обнадеживающе, но на деле есть и позитивные моменты. Я заселилась в неплохой отель. Правда, могло быть и хуже. У меня хорошая соседка, русская девочка, чему я очень рада, потому что с иностранкой мне было бы тяжеловато как-то существовать, потому что все-таки разные менталитеты. Вот, так что я рада, что так все сложилось. Всем привет! Сегодня уже 4 октября, и только что был мой первый кастинг, на который я благополучно опоздала, потому что у меня не работает приложение с такси, я пытаюсь туда зайти, пытаюсь ввести туда свой номер, чтобы авторизоваться. Он почему-то пишет, что это неверно. Я думаю, окей, ладно. Скачала какую-то рандомную карту китайскую, точнее, карту по типу Google карт, Яндекс карт. И мне предложили там вызвать такси. Я вбила место, в котором у меня кастинг, и вызвала такси. И то это получилось как-то случайно, потому что там было все на китайском, я куда-то ткнула, быстро приехала машина, я выбегаю из номера, сажусь в эту машину, таксист вообще по-английски, можно сказать, не говорит. Я ему показала на его телефоне, куда ехать, он сказал окей, повез меня. И начинается самое интересное. Он останавливается, говорит сумму. Я говорю, я не могу заплатить через Alipay. А здесь это как бы распространенная такая система, все оплачивают онлайн. То есть как бы по QR-коду. Я говорю, у меня только кэш. Спрашиваю, у вас есть сдача? Даю ему юани. Он мне говорит «no-no-no», и потом говорит «окей, ничего страшного, типа это потом
спишется, заплатится, хотя я вообще не пойму, как это спишется, если у меня ничего не авторизовано, ну ладно. Если я вообще заказывала не через Alipay такси, не через приложения какие-то сторонние. Я не знаю, как это спишется, правда, но он сказал окей, типа идите, идите. Меня это шокировало. Ну ладно, раз так вышло, в принципе, я рада. Я сходила на кастинг, долго не могла найти, где именно проводится этот кастинг. Проводился он в каком-то непонятном месте, в каких-то закоулках, поэтому я не могла, собственно, его найти. И все, что мне сказали, это пройдись. Они посмотрели на меня и сказали «бай». Я не знаю, хорошо это или плохо, но у меня, в принципе, сегодня еще один кастинг, так что я не расстраиваюсь, даже если они меня не взяли. It's okay. Я решила идти пешком, потому что думала, что до моего дома идти около часа. Посмотрела на картах, оказывается, идти 1.5 часа, даже чуть больше. У меня 40% на телефоне, и если он разрядится, я, вероятно, не дойду до дома. Я все же надеюсь, что все будет нормально, я не заблужусь. Хоть мне идти больше часа, я не хочу все равно заказывать такси, из-за которого я буду опять переживать, потому что все упирается в этот Alipay, в проблемы с ним, точнее. Если бы у меня не было с ним проблем, то окей, вообще не обсуждается. Я бы вызвала себе спокойно такси, но у меня с ним проблемы есть, так что, ну, прогуляться, в принципе, тоже классная идея. Хоть у меня и мало процентов, есть вероятность, что телефон разрядится. А еще меня, знаете, раздражают китайцы на мопедах, которые ездят не по той части, которая специально выделена под них, а по части, на которой ходят люди, знаете, как самокатеры в Москве, просто постоянно, ну вот то же самое. Китайской едой. Я взяла себе чуху, а также мы взяли лапшу с каким-то непонятным мясом. Мы с Баженой шли по улице и увидели зоомагазин с такими котятами. Вообще, круто. Такой серьезный. Мы едем с кастинга. Мультики. Это Бажена. Это Маша. Мультики смотрим. Да. Это смотрим непонятно. Какие-то непонятные мультики на китайском. Непонятные. Да, да. Подожди, да. Которые я не могу пойти вообще никак. My little pony. Итак, этот день подходит к концу. Мы вернулись в номер, на самом деле, уже 2 часа назад. Мы просто заболтались, и вот как-то так, в принципе, второй... Рассказывай, зачем мы болтали. Да, да, вообще обо всем. Уже второй вечер так проходит. Я себе обещаю сесть, монтировать видео, но Жена меня забалтывает. Ну, в общем, расскажу немножко вкратце, как прошел мой день, потому что прошел он достаточно интересно и стрессово. Начнем с того, что после кастинга я заблудилась, потому что возвращалась домой я по навигатору, и у меня разряжался телефон. В принципе, я думала, что мне хватит зарядки, но пока я шла, почему-то мне не хватило мыслей
догадаться, чтобы не переписываться ни с кем. Потому что я переписывалась со всеми подряд, мне кажется. Слушала музыку. И только когда у меня было 5%, я догадалась, что можно отключить Bluetooth, снизить яркость, все такое. У меня разрядился телефон, я заблудилась. И у меня был шок. Где-то полчаса я блуждала, пыталась сама как-то найти место, найти отель. В итоге я догадалась зайти в 7-Eleven, попросить продавщиц китаянок, которые, кстати, ничего не понимают вообще на английском. Я кое-как объяснила им. Точнее, объяснила-то им нормально, просто они не понимают вообще ничего. Мне пришлось взять зарядку, чтобы показать им. Я говорю, can you charge my phone? Они вообще не понимают ровным счетом ничего. Я в шоке, честно говоря. Ну ладно, я думаю, к этому привыкну. Смирюсь с этим. Сейчас я иду уже умываться. Покажу немножко нашу ванную. Вот так, собственно, выглядит ванная. Она очень маленькая. Здесь мои уходовые средства. Заняла всю полку. Я уже буду смывать макияж и готовиться ко сну, потому что завтра у меня кастинг в 10:30, в час и в 2, кажется. Вот. Так что всем пока. До завтра. Всем доброе утро. Сегодня 5 октября. Сейчас я жду девочек. И мы поедем на кастинг. Закончился второй кастинг. Я наконец-то продвинулась дальше, и на мне примеряли лук. Меня сфотографировали, так что я надеюсь, это хороший знак. Ну, я думаю, что да. Поскольку на предыдущих кастингах все, что мне говорили, это thank you, bye, и все. А тут уже какие-то продвижения, так что я рада. Сейчас мы вызываем такси, зашли за кофе и поедем на третий кастинг. У нас, в общем, закончились уже кастинги. Их было всего 3 на сегодня. У Бажены было 2. Вот, едем сейчас в отель. И, в принципе, на третьем кастинге был тоже фитинг. Они меня сфоткали. И на этом мы закончили. Я рада, что они опять же не попрощались со мной. Так что, в принципе, все супер. Так, мы с Баженочкой идем разогревать еду в магазин, потому что у нас в отеле нет микроволновок. Hello. How are you? Where are you from? Russia. Товарищ. Я надела кофту, потому что, оказывается, здесь достаточно прохладно. Я бы не сказала, что здесь тепло вообще, ну как бы ни разу. Пока шла вчера с кастинга, из-за жары выпила целый литр воды. И я не понимаю вообще, почему так резко меняется погода. Я ожидала чего-то лучшего. Ну ладно, скоро, в принципе, мы полетим в Шэньчжэнь, наверное, после Фэшн Уика, я предполагаю.
Так что уже скоро закончится. Какой-то холод неимоверный. Мы как какие-то беспризорницы пришли погреть, попросить, чтобы нам погрели в микроволновке нашу еду. Я не знаю даже, что это. Пожалуйста, хотим кушать. Нормально, полдва. Нам поставили греть нашу еду, наконец-то. Он нас понял. А, как вы видите, в принципе, здесь с английским напряг, поэтому приходится постоянно пользоваться переводчиком. И то даже с переводчиком они не всегда понимают. Такая вот удача. Да, быть переводчиком. Мы собрались такие красивые погулять по вечернему Шанхаю. Собирались вообще идти втроем, но Маша сказала, что она до сих пор отходит от перелета. Поэтому мы не знаем, куда мы пойдем, но где-нибудь окажемся. Это наши луки. Это лук Бажены. Просто бомбический, офигенский лук. И мой лук. Такое платье. Мы с тобой как инь-янь. Да. Ты либо черное, либо белое. В общем, мы смотрим, как нам добраться. Мы не понимаем, потому что Бажена смотрит... Все, она пытается сориентироваться в китайских тебе. Картах. Она говорит, так, что все понимает, но сторону, что-то да, как-то слабо верится. Вот. Оно развернулось вместе со мной, значит, мы идем туда. Ну ладно, я надеюсь, мы не приедем куда-то в жопу мира. Да? Да. Я доверяю тебе свою жизнь, понимаешь? Твой парень доверяет мне твою жизнь. Да-да. Как ты, я забрал тебя, и теперь я как ты, или ты как я. В общем, мы пришли к метро, мы думали, что мы поедем на автобусе, но карты привели нас в метро. Мы купили билет. Я думала, что это будет сложнее намного. В общем, вот наши карточки. Такие бумажные. Да. Первая поездка на метро. И да, вот так все это страшно выглядит. Но зато мы разобрались. Ну, это вообще... Ну, конечно, мне кажется, если в этом разобраться, можно начать нормально ориентироваться. Keep going with my phone. Maybe I just lost control. These nights keep on taking toll. Oh my God.